Всем привет, ребята, и в этом видео я расскажу, как легко прокачаться. Зайдите в дикие джунгли, и должна камера быть вот так вот подальше. Если у вас маленький уровень, то попытайтесь на ферме, потому что там тоже дают очень много опыта. Конечно, вы можете купить World Club, и вам будет даваться намного больше опыта. Но если у вас нет World Club, то не беда, вы все равно можете прокачаться. Я бы вам посоветовала бы убивать слонов, потому что за них дают, мне кажется, как-то побольше опыта. А вы можете сделать вот так. Убить древнего лося, потом медведя, потом безумную овцу, а потом старого волка. Потому что это самые легкие боссы. Я уже так делала и неплохо прокачалась. Если у вас уже есть 50 уровень, то вы можете сделать трансформацию, и вам дадут больше опыта. Ну, а я рассказала, что могла. Удачи вам в прокачке. Всем пока!